Астрофизик Лора Денли приходит на Марс за науку второй год подряд. Она работает в обсерватории Гриффит, и возможные сокращения расходов ее планетария не коснутся. Когда-то городу эту обсерваторию подарил бизнесмен Дженкинс Гриффит и оставил достаточно средств, считая, что будущее за наукой. Гриффит сказал, когда впервые посмотрел в телескоп: «Если каждый человек в мире сможет посмотреть в телескоп, мир станет лучше. Наука – это очень важно для нашего будущего и для нашей страны. И, увы, людям приходится об этом напоминать, потому что сейчас идут дебаты о ценности науки». Не сокращать расходы на научные исследования и заниматься изучением глобального потепления – таковы основные требования собравшихся. Они уверены, что выход из Парижского соглашения по климату чреват последствиями. Климат меняется, и мы это знаем. Это больше не научная проблема, это уже политическая проблема и нехватка лидерства и храбрости в Вашингтоне. Для Калифорнии, говорили ученые, очень важно решить проблему загрязнения окружающей среды. Здесь растет число людей, страдающих аллергией, и не только. Калифорния очень загрязненный воздух. Необходимо, чтобы было увеличено финансирование на исследования, связанные со здравоохранением и другими видами исследований. В этом году марш не был таким массовым, как тот, что прошел год назад, когда на улице Лос-Анджелеса вышли десятки тысяч человек. Стив Лихтер – ученый. Он занимается изучением качества воды в разных странах. Стив убежден, если человечество перестанет уделять должное внимание науке, его ждут большие проблемы. Каждая капля воды, которую вы пьете и при этом здоровы, это заслуга ученых. И если мы будем двигаться в направлении, заданном нынешним правительством, то этого не будет. Кстати, подобные марши прошли по всему миру. Ученые из разных стран уверены, как за вирусами, так и прилетающими мимо Земли метеоритами нужно тщательно следить. И делать это могут только они. Но им нужна поддержка на государственном уровне.